решил сегодня я обойти наше владение. Вот это все, что черное, это все наше поле. Вот. Вот это все наше поле спаханное. Сбоку у нас здесь озимые растут, посажены. Дальше тоже вот там зеленые озимые. Там колхозное поле, с той стороны уже дальше зеленая тоже посажена пшеница. А вот это черное, еще раз повторяю, это все наша земля. Вот, что мы будем на ней сажать? Вот тут уже по краю поля у нас посажены молодые деревца всякие. Вот они. Надеюсь, что они весной приживутся. Мы решили по краешку посадить вот такие деревья. Кто-то уже видел, как мы их сажали. Здесь сбоку у нас идет вот здесь заброшенный участок. Здесь он ничей, можно сказать. Здесь у нас деревья растут с этой стороны. Вот. Там вот ковушки уже стоят у нас насажены. Супруга у меня что-то уже посадила. Вот. Ну, посадила там всякое разное. Посадили мы лук, чеснок. Посадили. Три кустика винограда. Виноград хотим сажать вот здесь. Вот здесь, вдоль этого забора. Вот. Вот здесь уже посажено, вот здесь ковушек стоит, виноград посажен, здесь и вот здесь ковушек. Уже три куста винограда посажено у нас. Вот здесь уже ну, вот посажено, закрыто сеном все. Здесь вот у нас посажен лук, чеснок. Вот даже видите, лук, лучок уже сходить начинает от тепла. Проклевывается вот здесь, уже видно даже местами, вот он. Видите, лучок уже даже проклевывается. Вот здесь у нас чеснок, грядочка посажена. Чеснок тоже уже местами где-то проклевывается, сходит. Вот, видите. Ну вот здесь у нас грядочка клубники. Ну, здесь мы насадили люцерки вот от этого колышка и туда, и вот туда до конца поля. Это травка для козочки будет. Вот здесь мы вот насадили еще малины, посадили вот такой садик, сделали из малины. Здесь у нас малинник будет. Вот здесь посадили грушу, которая росла у нас на севере, которая у нас постоянно замерзала. Мы ее сюда привезли, там выкопали, сюда привезли, посадили. Вот. Вот здесь у нас еще кусты ёшты. Вот. Здесь у нас супруга вот так на веревке сушит белье. Там вон кизил закутанный у нас есть. Он закрыт на зиму, упакован, чтоб не замерз. Вот так вот он запечатан весь. Здесь вот у нас яблоня вот такая большая растет. Вот. Вот такой у нас садик. Вот. Ну, когда дожди, здесь приходится выходить, ноги чистить, чтобы выйти во двор. Потому что к ногам все прилипает. Ну, сегодня сухо, хорошо. Босик сидит наш. Вот такой маленький обзорчик нашего сада. Вот здесь еще раз покажем. Здесь у нас вот черешня, большое дерево. Здесь вот мы насадили роз. Вы видели в прошлых видео, как мы сажали розы. Здесь вот нам дали каких-то
ивы, саженцы. Какая-то ива вьющаяся. Кусты. Вот мы тоже насадили саженцы. Посмотрим, чего. Потом где-нибудь за калиткой посадим их. Забор какой-нибудь сделаем из ивы красивый. В дальнейшем. Ну, это все надо еще ростить будет долго. Ну, вот как-то так у нас. Розы тут приживаются. Надеюсь, у нас все приживется. Будет весной красиво. Все. Вот так вот немножко мы прогулялись с вами. Пойдем посмотрим еще там, как у нас поживают. Наша елка, вишня тут стоит в садике. Клумбочки такие наделаны. Вот тут у нас сегодня гуляют все. Всех выпустили погулять. Вот тут курочки с петушком. А там уточки пошли бегать, гулять. Козочка тут бегает. Ох, соседи у нас там гуляют. Новый год отмечают еще. Хлопушки у них там вовсю. Гости, веселье. Вот. Вот. Тут у нас две курочки не хотят идти гулять. Так сидят здесь курятники у себя. В загончике. Все остальные гуляют. Да, Мила? А, Милка? Звезда Ютуба. А, как ты по машине-то прыгала, скакала? А, больше не прыгаешь? Привязана, на цепи сидишь. Вот. Тут наш крольчиха наша поживает. Вот. Ну, вот как-то так, помаленечку, потихонечку. Встречаем мы зиму. Проводили прошлый год. Да? Там где-то у нас еще шока. Тут наш знаменитый мангал самодельный пока такой. А, Шока спряталась там. Убежала, да, Шока? Не хочет даже выходить. Эва, идет. Идет, Шока. Что-то прятаешься, да, Шока? Вот. Здесь Шока на цепи сидит. В этом месте. Здесь... Такой сад у нас. Это вишни, деревья. Вот. Прогулялись с вами опять по нашему огороду. Кто не видел, посмотрел. Кто видел, опять посмотрел. Как у нас зимой погода, что у нас творится на огороде. Вот. В лес выбей, пожимай оленей. Да, вот так у нас соседи встречают Новый год, которые хлопали только что хлопушка. Он зашел к ним в гости посмотреть. Чем они тут занимаются? Они тут мясо жарят. Новый год встречают. Собачь.